А ты знаешь, где работает твой папа? Варит трубы. Расскажи мне про папину работу. Там есть такой еще входик, там в уголке. И туда заходят, и там всякие кабинеты. Сначала он сидит в компьютере, выезжает бумажки, пьет чай. Варит трубы на улице или в кабинете. И потом он печатает бумажки, работает в компьютере и пьет чай. А ты хотела бы работать в «Газпроме»? Да. И кем бы ты хотела работать? Начальницей.